Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеги. Ребята, ранние пионы. Темно-красные ранние пионы. Запах обалдеть. Темно-красные ранние пионы. Размножаются делением куста и семенами. Но лучше всего размножать делением куста. Так быстрее вы увидите его красоту. А когда выращивать семенами, ждать очень-очень долго. Там ирисы темные, светлые, голубенькие, желтые. Там поднимается ремурус. Это наша клумбочка на улице. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята.